Сапог мужские, большого размера. Это верно. От тех сливок у меня болит живот. Он снял башмаки и вошел в воду. Видно, хотел запутать следы. Вдобавок ко всему, он потерял башмаки. Что-то выскочило на него из камышей. Утопцы, но он сумел убежать. Не вошла кровь. Но не сильно, рана была неглубокая. Следы ведут обратно в деревню. Как Кузнецов сынок пропал, мужики начали ведьмака пытать. Тот аккурат случился у околицы. Но он отнекивался, то все. Так ему чик-чик, башку-то и отрубили. Было такое. Только мальчонку утопец сожрал, а ведьмак был ни при чем. И что тогда сделали? Ну, головы-то обратно не пришьешь. Говорю... След обрывается, но я смогу узнать его по ране. Гнал себе, выпил дьявол два ведра, голова болит с утра. Mm-hmm.
Чего вам надо? Мне мама не позволяет с чужими разговаривать. Следы когтей утопца. Это должно быть он. Поганая рана. Нарвался на утопца? А тебя ебёт? Ого! Он не только поджигатель, но и мастер остроумного ответа. Ну, пойдем, кузнец с тобой поговорить хочет. А я с нелюдьми не разговариваю, потому как они ублюдки все. А краснолюды из них наихудшие. Жадные, как сороки. За золото все сделают. Мечи куют, которыми нам, нильфы, потом горло режут. Верно я говорю? Послушай, договоримся, как человек с человеком. Ты меня не выдавай, а я тебе заплачу. Матушка у меня представилась недавно. Продал я ее инструменты. Кое-что уже потратил. Но что осталось, будет твое. Я, в отличие от сорок и краснолюдов, не жадный, так что ты меня не подкупишь. Ах ты, сука! Сейчас ты у меня получишь. Успокойся и иди со мной. Я должен извиниться. Они всех нас хотят за Еругу выселить, а на наши общие земли... Клянусь Мелителе, они всех нас хотят за Еругу выселить, а на наши отчие земли и поселенцев из Нильфгаарда насадят. Ерунду ты несешь, что твой единорог полуденец. Это верно. От тех сливок у меня болит живот. Опять мне косули деревца пообщипали. Подъем! А? Что? Что происходит? Милости прошу, деревенский поджигатель собственной персоной. И Белка? Ты? Я с твоей матери ни разу гроша не взял. Так-то ты меня отблагодарил. Но с меня хватит. Эй, солдат! На минутку! Нет, Вилли! Поваляю. Я выпил. Не знал, что делаю. Я вам уже говорил, мастер Вилли. Поможем вам отстроиться, как только придет подкрепление. Материалы уже заказали. Да не в этом дело. Вот поджигатель. Ведьма кого поймал. Эта кузница имела стратегическое значение для гарнизона. Значит, ее уничтожение — саботаж. Значит, обойдется без суда. На дерево его!
Уж теперь тебя в деревне полюбят. Уж теперь любись они все в жопу. Ты знаешь, сперва я тоже нильфов ненавидел. Теперь вот думаю, может, хоть они здесь порядок наведут. Научат этих лодырей манерам. Но да не важно. Твоя награда. И, кстати, я ж кое-что успел вынести из пожара. Ты наковальня цела. Кое-что могу выковать. Так что, если что понадобится, скажи, сделаю скидку. Приветствую старого клиента. Чего тебе нужно на этот раз? Сделай мне одну вещицу. Покажи, что у тебя есть. Было. Приветствую, покажи.
Бывай. Приветствую. Покажи, что... Бывай. Приветствую, ста. Покажи. Бывай. Приветствую. Сделал. Бывай. На полях Нильфгаардской страны Эмгир император наделал штаны. А на наши отчие земли поселенцев из Нильфгаарда насадят. Во имя что? Всех богов. Что ты сказал? Кто тебя получил? Ну, Чешко. Послушай меня внимательно.